Привет, канал Той Руша и компания Той.ру представляют. Ага, то есть мы снимаем со лба красную штучку у него и здесь видим батарейки. Той Стор. Всем привет, это Той ТВ и сегодня в своем магазине вас приветствует Арсений, и у нас ведь новый выпуск. Да, новый выпуск, и сегодня я пришла к тебе, чтобы узнать, как я могу превратиться в Человека-паука. Я уже посмотрела и мультик, и фильм, и мне так нравятся его суперспособности. Есть у тебя что-то на примете, какая-то игрушка? Ага, только сегодня привезли. Ух ты, как я удачненько зашла. Вот, только сегодня. И что? Сделано сегодня. Да ладно? Да. Это эксклюзив? Да. Ну, покажи мне, так, как, вот. Что за маска? Это маска Человека-паука. Так, давай, наверное, так, вот. Помогу тебе. Вот, вот она. Вот она. Оп. Ух ты! Мы только ее вытащили, она уже разговаривает. Смотри. Надо бы... Давай я ее одену и покажу. Давай. Разговаривает. Сейчас это закончится. И у тебя даже светятся глаза красным светом. А вот, можно я посмотрю? Там подбородок. А вот эти звуки, которые идут вот постоянно, это ты контролируешь как-то или они сами просто появляются? Ну, там кнопочка. Кнопочка? Ага. Ее надо нажимать подбородком. А можно мне попробовать? Да. Это ведь твоя теперь будет. Ну, посмотрим еще. Ха, какая ты смешная. Класс. Но она не тяжелая, кстати. Я думала, что она тяжелая, она же такая большая. А ты не хочешь нет, у меня ничего спросить? Вообще-то я хочу у тебя кое-что спросить. Что? Маска-то, она светится и разговаривает. Наверное, батарейки сюда нужны. Ну, где они вообще расположены? Они расположены вот тут вот. Ага. То есть мы снимаем лоб. Со лба красную штучку у него. И здесь видим... батарейки. А, ну тут нужна отвертка, да? Мы просто так не откроем. В общем, в комплекте, получается, они идут. Ну да, но нужно... ну, внутри. Но... Да. А потом нужно покупать. Да, на всякий случай. А вот здесь еще какая-то инструкция есть. Ой, да. А я пока закрою лобик. Угу. А то что он без лба будет ходить? О, здравствуйте! Я Человек-паук без лобы. Нет, такого не может быть. Нет. Должен быть с лбом. Так, а что в инструкции? Ну-ка. Так, давай посмотрим. Так, я не понимаю ничего на английском. А, ну вот здесь рассказывается как раз про батарейки. Про батарейки, то, что здесь обычные батарейки пальчиковые батарейки. Дают много нам электричества. Батарейки. Слушай, ну мне понравилась игрушка, классная. Я как настоящий Человек-паук. Похожа? Да. Мне очень понравилась маска Спайдермена. Я хотела бы ее купить. Сколько она стоит в твоем магазине? 320. 320 монеток? Да. Ну, может быть, есть какая-нибудь скидка? Да. Да? Как я могу ее получить? Надо сказать кодовое слово. Какое? Той ТВ. Так, Той ТВ. Скидка 100%. Ого, вот это мне повезло, держи. Давай. Посмотрим, сработает твоя карточка или нет. Так. Если еще. Да, сработало, ура! Класс, вот это скидки, вот это здорово. Ну, спасибо большое. Стой, сдача. Нет, сдачи, я же карты плачу. Ну, там с карты мой автомат списал лишние 20 рублей. Спасибо. Какой обходительный продавец. Спасибо большое, Арсений. Еще надо пробить. Давай. Так, вот здесь. Пробивай. Пробито. Все? Все готово? Стой, надо ведь написать еще. Три... Два и ноль. Все. Нет. 302. Минус один, ноль, ноль. Так, и получается сколько? 100. А, да, получается 220. Отлично. И там 20 рублей у тебя лишнее списалось, и я тебе их отдал. Да. Все, спасибо большое. И всем пока. Арсений, спасибо тебе большое. Было очень приятно познакомиться с такой замечательной игрушкой. И еще приду к тебе снова. Приходи. Пока-пока. Пока.
Уважаемые зрители, у вас тоже есть возможность приобрести маску Человека-паука со скидкой 5%. Просто назовите промокод TOYTV при покупке маски Человека-паука в магазинах Toy.ru или введите его на сайте toy.ru, и скидка будет ваша.